Японская судоходная компания Mitsui O.S.K. Lines, MOL, тестирует блокчейн-систему, призванную облегчить осуществление международной торговли. В тестовом режиме все договора, страховые и финансовые документы будут сохраняться в едином блокчейн-реестре, что позволит осуществлять транзакции в реальном времени. Компания MOL заявляет: «Наша цель – исследовать эффективность использования инноваций для повышения безопасности, ускорения международных операций и уменьшения административных расходов на их проведение».